Всем привет! Уже середина сентября, в саду все еще цветет такое замечательное растение, как логистремия индийская, или по-другому индийская сирень. Вот обратите внимание, как эффектно она смотрится в групповой посадке. Вот три деревца, вот такие сформированные, они такие многоствольные, вот, и до сих пор они цветут. Из долгоцветущего, позднецветущего, логистремия занимает одно из первых мест. Вот. Причем у нее разные оттенки бывают. От розовых, розово-сиреневых до белых цветов. Вот. И очень она долго цветет. Это она захватывает, значит, вторая декада лета. Это август, сентябрь. Практически весь сентябрь она все еще цветет. Вот конец лета и сентябрь. То есть из позднецветущего это очень классное растение. Вот. Плюс я хочу сказать еще, что она очень красива в листопаде. Вот. Ну, у нее красные листья, они долго держатся. То есть и эффектно еще смотрится. Она листопадная, и листопад у нее очень такой привлекательный. Ну, вот. Всем рекомендую. Это логистремия индийская сирень. Всем спасибо за просмотр.